номера с первого этажа. И на первом этаже все апартаменты с сауной, да, начинается? Да, там. Имеется камин. Маленькая кухня. Кресло, массажное кресло, телевизор. И сама сауна, не знаю, возможно ли сюда посмотреть. Свет не включается, но все отделано вагонкой. Душевые. Вот из этой сауны видно центральный въезд. Так, а можем здесь на первом этаже посмотреть? Да, пожалуйста. Здесь душевой, вот здесь вход, а здесь гараж. Угу. Он закрыт постоянно, да? Да. Угу. Так, вот душевые и туалет. И вход на улицу. Выход на улицу, да, есть, да? Выход на улицу. А он открыт сейчас? Нет, закрыт. Okay. Ничего страшного. Это из каждого апартамента есть, да, выход, да? Каждого. То есть вот там центральный вход и забор. Я сама. Вот здесь гараж. Интересно, распланировано. Так. А наверху номера, балкон. Угу. Давайте посмотрим. Давайте поднимайтесь. Здесь лучше душевые есть. Угу. Да. Маленький спальня, а вот здесь уже надо все четко снимать. Значит, здесь маленькая, да? Маленькая. Просто маленькая. Двуспальная кровать. Двуспальная кровать, да. А здесь тоже такой же. А там большой апартамент. Угу. Заходите, заходите. Так, то есть здесь это тоже можно два человека, а это открывается постель за правильно, тоже можно два человека, четыре человека. И так в каждом апартаменте, да? И как, да, в каждом апартаменте такой есть. Такая комплектация. То есть две маленькие. Одна большая. Одна большая, да? Да. Гардероб здесь есть. Угу, сейчас я сниму. Значит, этот диван раскладывается и получается. Раскладывается, да. Угу. Заправить можно, постель заселить. Угу. Два человека уменьшили. А здесь для двух детей даже может быть, да? Да, конечно. Два детей можно тоже. Угу. А, ну ладно, чтобы поставить дополнительную мебель, тогда я там поговорю с Маргаритой. Если большую еще поставить сюда кровать, если, например, детей больше. Так. И вот такой достаточно вместительный шкаф-купе для вещей. Даже для оборудования организаторов. А вот с этой стороны. Раз, два, три полки. Пол. Полка. Угу. Так, это большой был из трех номеров. Идем. Один маленький еще. Так, маленький это пуфик и спальная кровать, и полочка без телевизора. И шкафчик гардероб, да. Да, еще есть зеркало. Угу.
А вот в этот лес нам предлагают организаторы вот по этой дороге пройти к полянкам. А там балкон. Так, один апартамент мы осмотрели, да? Да. Остальные абсолютно такие же? Абсолютно такие же. Абсолютно такие же, да? У нас только однако новобрачный есть плюс апартамент, а еще в другом месте. А где он находится? Находится там 4-го апартамента. Ага. Ну, давайте тогда туда пройдем сейчас, если он отличается от этих. Так, здесь мы видим киевский диванчик с казакином. Раскладной, двухместный. Здесь еще один диван. Со столиком. Этот диван не раскладывается. Все это уже часть перед следующим. Апартаментом из трех номеров. То есть каждому апартаменту из трех номеров еще принадлежит вот такой предбанник-балкон. Балкончик, точнее. Можно его даже назвать и террасой, поскольку вот она крыша, и мансардные окна есть. И мансарда его можно назвать. Но тем не менее, это балкон с хорошим видом на центральный зал с бассейнами. Это, очевидно, закроется. Включаются лампочки на мете, а здесь мы включаем вот. Вот правила на курение штраф, на распитие напитков. Потребление еды возле бассейна тоже штраф. Ага. Для соседей, не арендовавших другие номера, штраф на заход в другую зону. Понятно. А здесь уже туалет. И беды, то есть на комплекс из двух апартаментов только один общий туалет с беды. Пока двери закрыты.